Итак, мы переходим к первому конкурсу, который называется «Экспресс-биатлон». И прямо сейчас, и если я говорю, что прямо сейчас, то я несу за это полную ответственность, потому что в прошлой игре были возможны варианты. Мы проведем жеребьевку «Экспресс-биатлона», в рамках которой команды будут разделены на две группы по три команды. Как мы это сделаем? В прошлый раз я попросил сделать это жюри. Думаю, что пускай это будет нашей традицией. Итак, жюри, прошу. Ой, сразу раз, два. Итак, первая группа. Озвучьте ее, пожалуйста, Юрий. Рукав Синица, Стоп Чернигов и Дважды два Нежин. Можно аплодировать, в принципе. Итак, прошу названные команды выходить на авансцену и объясняю, в чем суть экспресс-биатлона. Прямо сейчас команды должны озвучить по две шутки. По две. В принципе, ваша очередность не имеет значения, но я бы, наверное, попросил начать вас, как самого ближайшего к ведущему человеку. Да, а потом уже перейдем и к следующим командам. Итак, экспресс-биатлон. Чернигов, добрый вечер! Как дела у меня? Нормально, начнем. Новости эволюции. Теория Дарвина реально работает. В киевском зоопарке обезьяна взяла в руки палку и так испугала пьяного охранника, что тот бросил пить и превратился в человека. Две шутки у нас от каждой из команд. Это одна была только. Скандалище в Черниговской лиге. Коррупция добралась и до КВН. Валерий Семенец не смеется из шуток команд, которые ему не проплатили. Вот видите? Не проплатили Валерию команда «Дважды два». Так, дальше у нас рукав Синица, Скадовск. Недавно в Киеве полицейские задержали Веру Брежневу. Так сказать, менты приняли Веру. Появились новые стринги для полных девушек «Дюймовочка». Стринги «Дюймовочка». 5 метров морского дюймового каната натянула и забула. Здесь нужно учитывать, что Скадовск – город на берегу моря. Моря. А Чернигов нет. Стоп! Чернигов. Карантин из-за гриппа, погодные условия, проблемы Украины с газом. Я вообще когда-нибудь в школу попаду? Только за прошедшую неделю я ударил по голове портфелем 29 девчонок, дернул за косички 18 одноклассниц. Да, я тот еще мачо. Причем вы заметили, как он мило разделяет девочек и одноклассниц? Жюри должно определить команду, которая пройдет в финал. Финал экспресс-биатлона. Соответственно, та команда, которая пройдет в финал, будет бороться за такие результаты, как 0,8 баллов и 1 балл ровно. А те команды, две, которые выведут на этом этапе, получат 0,6. Есть результат. Команда из Нежина и команда из Кодовска получает по 0,6. В финал проходит команда «Стоп». И давайте поаплодируем ей за это. Я думаю, что нет смысла проводить жеребьевку второй группы. Для порядка. Для порядка. Кто будет за кем? Есть смысл, да? Хорошо. Поэтому давайте же определим порядок. Первый. Второй.
ну, понятно, что третий. Итак, дело улыбайся. Первыми, кляки вторыми и Дигибен третий. Здравствуйте, Чернигов. Я решил тоже телефоном повыпендриваться. Итак, очень некреативный мужик назвал сына сын, а дочь сын, но очень некреативный мужик. Эх, пойду на сварку посмотрю, подумал Максим и дал команду собаке-поводырю. Правильно-правильно, давайте паузу выдержим. Кляки, Гомель. Безопасность превыше всего. Велосипедистка Катя была в шлеме, на локотниках и на коленниках, но все равно забеременела. Витя понял, что его жена хочет детей, когда ночью проснулся от того, что его пеленают. Дигибен. У нас нет телефона. На днях Черниговщину посетил Олег Винник. Такого разлива Десна еще не видела. Спасибо, сорокалеточки. Простите за голос, слишком сексуальный и охрипший. Учительница ботаники поняла, что для всех хорошенькой не будешь, и пырнула зауча кукурузой. Да уж, цитируя фильм «Даунхаус», нам всем нужно пройтись и все обстоятельно обдумать. Что же решит жюри? А я напомню, что в данный момент они решают, какая из команд пройдет в финал экспресс-биатлона, а какие две команды получат 0,6 балла. Эти две команды «Дело-дело улыбайся» и «Дигибэнк». В финале «Кляки». Итак, давайте поаплодируем. Всем без исключения, но особенно поприветствуем участников финала экспресс-биатлона. На кону 0,8 балла и 1 балл ровно для тех команд, которые станут лучше или немножко хуже. Дорогие друзья, начнем. И первыми я попрошу, наверное, все-таки команду «Стоп». У нее было время для того, чтобы подготовиться. Сын народного депутата закончил школу с магазином «Золото». Я нашла на улице 100 тысяч долларов и тут же отнесла их полицейским. Когда мои папа и мама узнали про это, они начали плакать. Наверное, из-за того, что гордятся мной. Кляки. Девушка с пятым размером груди нагнулась понюхать розу и помяла всю клумбу. Работницу секс-шопа всегда бесит фраза «Посоветуйте что-нибудь на свой вкус». Так нечестно, у вас взрослые шутки. Можно шутить? Нам тоже взрослые. Нет. Потому что уголовный кодекс никто не отменял. Что скажет жюри? С учетом того, что они все-таки в разных категориях. Дети получают целых 0,8 балла, а кляки 1 балл. Они победили.